Белла, поздравляем вас. Вы спасли команду, выиграли такую невероятную партию. Расскажите, пожалуйста, о ней. Спасибо. Я даже не верю, что выиграла. Очень счастлива. А как проходила партия? Ну, дебюты я забила. Вариант. Потом пожертвовала пешку. Думала, что у меня компенсация, но очень много времени потратила и ничего не вышло, так сказать. У меня было очень хуже. Но сайт-ноты она тоже зевнула. Слон E6, я думаю. И после этого уже была равная позиция. Но потом эндшпили, она много ошибок совершила, я думаю. А в эндшпиле ты играла все-таки на ничью или просто играла? Или, ну, были какие-то мысли? Ну, иногда я думала, что я могу выиграть уже этот эндшпиль, иногда не знаю. Просто сделала хорошие ходы, я думаю. Сохранявшие шансы на победу? Да. А какие мысли были в голове о команде, о командном результате? Ну, конечно, я очень волновалась, что мы поиграли. Нина поиграла рядом со мной. Это было ужасно. Она с Беллами поиграла. И... Ну, конечно, очень большая ответственность была в этой партии. Ну и вообще играть дома, в своей стране, очень много друзей вокруг. А каково это? Как это отличается от других Олимпиад? Да, это совершенно другое. Чувствуешь, как это, ответственность, да, очень. А что больше, ответственность или поддержка? Ну, оба, не знаю. Поддержка тоже очень большая. А кто-то из семьи здесь есть, кто поддерживает? Нет, естественно, никого. Все-таки больше профессиональный настрой работает. Ну, поздравляем еще раз и желаем удачи на Олимпиаде. Спасибо большое.